Запорожье на протяжении многих лет работает единственный в своем роде центр детской хирургии. Его история началась в 1991 году. Сегодня он входит в состав городской клинической больницы номер 5. Лечить маленьких пациентов сюда привозят не только с нашей области, но и из регионов Приволжского федерального округа и Казахстана. Сюжет Ольги Сиротиной. Единственный на всю область центр детской хирургии принимает маленьких пациентов круглосуточно. За медицинской помощью сюда обращаются со всех уголков Оренбуржья. Здание было построено еще в начале 90-х и до последнего времени капитального ремонта не проводилось. В прошлом году на реконструкцию центра было выделено около 30 миллионов рублей. Ремонт провели в приемном отделении, оперблоке и реанимации. Это кювезы-трансформеры. Их можно превратить в операционный стол, на котором хирурги могут провести любое вмешательство даже недоношенному ребенку. Самым маленьким пациентом, которому в центре была выполнена операция, оказался малыш весом всего лишь 600 граммов. Благодаря эндоскопической стойке все хирургические манипуляции становятся менее травматичными. Сегодня врачи центра осваивают операции и на головном мозге у новорожденных. В центр приобретена новая техника на 10 миллионов рублей, в том числе и этот цифровой рентгенаппарат, который легко меняет положение и может сделать любой снимок. Ставим задачу себе привести центр детской хирургии к мировым стандартам. И даже аппарат искусственной почки мы приобрели сюда для того, чтобы детям, находящимся в очень сложной ситуации, особенно травмированным детям, попадающим в сложную жизненную ситуацию, они получили и этот вид помощи. Вот таким увидела центр наша съемочная группа. Ну а теперь давайте подробнее поговорим о тех задачах, которые стоят перед его специалистами. Итак, сегодня у нас в гостях заведующий центром детской хирургии Александр Куркин. Александр Павлович, здравствуйте, рады принимать вас в гостях у нашей программы. Поговорим о вашей сложнейшей и ответственнейшей профессии, профессии хирурга. Ну а вот что касается детства, то ее значимость, наверное, возрастает в разы. Вот с вашей точки зрения, как можно оценить уровень хирургической помощи маленьким пациентам нашей области? Он на должном уровне? Здравствуйте опять. Хотелось бы сказать, наверное, это долго можно говорить о уровне, о состоянии медицины. Сейчас это у всех на устах практически, что в каком состоянии медицины, плохо или хорошо. Я думаю, можно будет говорить тем, что хирургическая помощь детскому населению и совсем маленькому, и более старшему оказывается в основном это в городе Оренбурге, как основном и центральном городе области в составе центра детской хирургии. Также это оказывается в городе Орске хирургическая помощь в составе 5-й городской больницы города Орска. На ее базе развернуто хирургическое отделение на 25 коек. И также в городе Новотроицке, где в настоящий момент сохранились 12 коек хирургических, где также оказывают хирургическую помощь, и в том числе помощь новорожденным детям, которые рождаются с определенными заболеваниями, патологиями в Восточном Оренбурге. Чуть хуже представлена хирургическая помощь детям на западе нашей области, это Бузулук-Бугуруслан. Там не существует полноценных хирургических отделений отдельных. Хирургическая помощь оказывается детям на базе имеющихся общих хирургических отделений. Оказывается хирургами, прошедшими специализацию по детской хирургии. В городе Бузулуке есть два врача, прошедшие специализацию и интернатуру по детской хирургии на базе нашего центра. Вот. Они активно участвуют в лечении больных, но, конечно, вот это направление области, оно несколько отстает по оказанию. Если в общем оценивать хирургическую помощь и хирургическое направление деятельности в области, можно сказать так, на хорошие 4, если оценивать. Да, имеются определенные трудности, имеются определенные проблемы, они связаны как с материально-технической базой, так и с некоторым уровнем подготовки специалистов. Но сейчас активно меняется и внедряется новая технология. Специалисты проходят активное обучение для
работы на этом оборудовании, работе на этом оборудовании. Ну, я думаю, что в ближайшие годы наша область поднимется значительно выше в оказании хирургической помощи всем детям, и маловесным, и новорожденным, и более взрослым детям. Александр Павлович, а можно более подробный рассказ о вашем центре? И подскажите, в чем его уникальность? Ну, уникальность его, во-первых, в том, что он единственный в области центр, который в себя включает все виды хирургической помощи. Находится он на базе 5-й городской больницы города Оренбурга. В том виде, в котором он существует сейчас, он сформирован с 91-го года, когда в декабре 91-го года открылись двери этого центра. И в него переехали хирургические койки из областной детской больницы, с стационара, находящегося в 2-й городской больнице. И они объединили в себя полностью все хирургические профили детские города. На данный момент центр рассчитан на 183 койки, в том числе 12 коек хирургического профиля, реанимационного профиля. Оказывают помощь по видам общехирургическим, гнойная хирургия, урология, андрология, травматология, ортопедия, отоларингология или лор заболевания, как так скажем, более на слуху у людей. Реанимационная помощь как по оперированным больным, так и больным в критических состояниях. И в последнее время, буквально вот полгода, мы начали осваивать такой достаточно востребованный вид помощи хирургической. Это нейрохирургия, в том числе неонатальная нейрохирургия. Это новое направление в нашей работе, в нашем центре. Такой вид помощи у нас практически не оказывался в области, ну, в очень таком ее урезанном виде. Вот, сейчас мы только-только начинаем, но я думаю, что в ближайший год-два заявим о себе как о неплохой нейрохирургическом центре. Как говорится, центре. Дай бог. Александр Павлович, не секрет, в последние годы достаточно активно идет процесс модернизации здравоохранения. Вот как он коснулся вашего центра? Ну, наверное, начну я с самого последнего и самого приятного. Давайте. Для нас. Да, это проведённый... Ударно. Да, это то, что можно не только, так скажем, где-то показать это узнать, сказать, что где-то да, оборудование. Это проведенный капитальный ремонт такого уровня впервые за те 23 с небольших года, когда открылись двери этого стационара. В течение прошлого года проведен капитальный ремонт с вложением около 30 миллионов рублей из областного бюджета и полностью преобразился приемно-диагностическое отделение, отделение реанимации. И впервые в истории нашего центра мы сформировали современный, отвечающий всем требованиям как медицины, так и СНИПов строительных всех. Это операционный блок на 5 современных операционных, соответствующих площадям освещенности, воздушного обмена, покрытия. То есть это наша гордость уже теперь, наша гордость, гордость Министерства здравоохранения. То есть это вот то, что сделано действительно настолько значимое для нас. Вот. Ну и немаловажное значение имеет то оборудование, которое мы получили тоже благодаря вмешательству министерства, благодаря огромным, так скажем, стараниям Министерства здравоохранения. Это в первую очередь аппаратура для самых маленьких детей. Это кювезы, так называемые инкубаторы, для выхаживания детей новорожденных, маловесных, с низкой массой, с экстремально низкой массой тела, позволяющих создавать практически идеальные условия для их выхаживания. Это аппаратура дыхательная, которая позволяет создать те условия и те параметры дыхательной поддержки детей новорожденных, которые также в полной мере соответствуют их детям, которые рождены значительно раньше своего срока. Это следящая аппаратура.
В этом, в прошлом году в процессе ремонта нам был установлен новый рентгеновский аппарат, современный, с цифровыми возможностями передачи изображения, что позволило, значительно, скажу, увеличить диагностические способности нашего центра. Также за последние годы в процессе модернизации, в процессе наша больница участвует как центр травматологии по оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях. Нами был получен компьютерный томограф, рентгенодиагностический комплекс для операционной травматологической, что позволило значительно уменьшить травматизм всех операций при травмах у детей. Получен аппарат ультразвуковой диагностики экспертного класса, что также, можно сказать, без этого мы уже не можем, наверное, работать. Уровень диагностики сейчас возрастает с каждым днем, и оборудование у нас, я считаю, очень хорошее, современное. Но, Александр Павлович, перебью вас, согласитесь, новое, самое ультрасовременное оборудование, это все-таки полдела. Оно должно заработать в виртуозных руках специалиста. Где ваши коллеги получают повышение квалификации, где учатся возможности, навыкам работы с этим очень сложным оборудованием? В первую очередь, конечно, что при постановке этого оборудования проводятся курсы обучения именно специалистами, которые устанавливают это оборудование, людьми, которые на высочайшем уровне владеют работой на этом оборудовании. Конечно, повышение квалификации и как на местных базах, это при участии Академии университета медицинского, так и на центральных, это город Москва, Санкт-Петербург, Казань, как длительные какие-то курсы повышения квалификации, так и краткосрочные, тематические курсы повышения. По линии, так скажем, благотворительности мы получили эндоскопическую стойку, позволяющую выполнять малоинвазивные операции, в том числе и новорожденным детям. И сейчас планируется провести подготовку специалистов для работы на этой стойке в Казани на базе центральной клинической больницы детской города Казани. Там имеется шикарный обучающий центр с возможностями именно обучения детской эндоскопии, лапароскопии. Александр Павлович, часто общаюсь с вашими коллегами, руководителями лечебных учреждений наших крупных клиник, и так или иначе возникает вопрос о трудности квалифицированных кадров. У вас в центре стоит такая проблема, и если да, то как вы ее решаете? Насколько активно молодые хирурги приходят к вам на работу? Как сказали когда-то, да, кадры решают все. Угу. Последнее время более активно. Так, слава богу. Да. Был период, когда в достаточно большой промежуток времени у нас не было вообще появления каких-то новых, вообще молодых специалистов. Оканчивая медакадемию, мединститут, тогда, наверное, куда-то уходили, в коммерческие структуры, когда специальность была настолько совсем уже не востребована и не актуальна врача, тем более врача-хирурга, который требует колоссального отдачи самого себя. В последнее время появились тенденции к тому, что молодые люди идут. Они идут и видят это в процессах обучения в институте. Они видят то современное, что появляется, ту отдачу, которую я не знаю, я никогда не работал взрослым хирургом. Я вижу, насколько приятно видеть, когда тот маленький пациент, который пришел к вам совсем больным, и через буквально несколько дней он бегает веселый, смеется. Наверное, это еще начинает, тоже это видят молодые люди. В последнее время у нас достаточно много появилось новых хирургов. Жалко единственное, что это в основном девочки идут. Мужчины как-то уходят в воле какие-то, наверное, другие специальности. Хотя, если раньше это была тяжелая работа, сейчас она физически становится, наверное, легче с применением новых технологий. Я благодарю вас за участие в этом разговоре. Вам, вашим коллегам, успехов, а вашим маленьким пациентам непременного выздоровления.